Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся возле этого прекрасного дома, у которого площадь составляет 160 квадратных метров. Он у нас находится на коттеджном поселке Морской в свободной продаже. Земельный участок, который составляет у данного дома 6,4 сотки. Здесь подведен у нас уже свет 15 киловатт, центральная вода. В экспертизе у нас есть подведение уже разрешения на подводку газа и интернета. Поэтому будьте с нами, давайте посмотрим полностью всю экскурсию по данному дому. Вперед! Фасад дома выполнен из декоративной штукатурки. Стены выложены из газоблока толщиной 240 мм. Утепление 50-й каменной ваты. Крыша из металлочерепицы, которая тоже утеплена 200-м утеплителем. Дом сдается в двух вариантах отделки – предчистовой и чистовой. Предчистовая отделка – это штукатурка стен и стяжка пола. Также будут подведены коммуникации – свет, вода, газ, септик, фасадный забор и забор из евроштакетника по периметру. В чистовой отделке дом сдается полностью готовым для проживания. Вам нужно лишь завести свою мебель и установить сантехнику. Вы можете заказать всю отделку как по своему вкусу, можете выбрать сами материалы для отделки, так и выбрать стандартный пакет отделки от нашей компании. Также в комплекте с чистовой отделки идет установка котла и радиаторов отопления, ну и конечно все то, что включает в пакет при чистовой отделке. Теперь пройдем по дому и посмотрим, как тут все устроено. Начнем с прихожей. Здесь вы можете установить большой шкаф-купе для верхней одежды. Далее мы проходим в большую кухню-гостиную, площадь которой составляет 38 квадратных метров. На первом этаже также находится санузел. Спальня площадью 12 квадратных метров. И как во всех серийных проектах нашей компании, здесь есть терраса площадью 26,5 квадратных метров. Стоимость этого дома в коттеджном поселке Морской с участком 6,4 сотки на июнь 2019 года составляет всего 6 300 000 рублей. Ну вот мы с вами полностью провели обзор от этого дома прекрасного, который стоит у нас
коттеджном поселке Морской. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать ниже нам под комментариями, мы обязательно на них будем отвечать. Если у вас есть какие-то интересные предложения по поводу новых проектов или хотите увидеть какие-то наши новые проекты, новые новшества нашей компании, также можете оставлять. Если вам понравилось наше видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы не подписаны на наш канал, подпишитесь, поставьте колокольчик и будьте всегда первыми наших новых видео. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!